усталые игрушки. Привет, друзья! Сегодня мы постараемся понять, как выглядит палочник. Ну так вот, мы видим, что у палочника пальцев нет. Там какие-то щупальца. Лицо палочника мы разглядеть не можем, но кажется, что он покрыт какой-то коркой. Этой корки нет у рта. Сам палочник темно-фиолетового цвета. Кстати, еще хотел бы сказать, что два видео с палочником фейк. Вот